Всем привет! Это канал Маш Ньюс, и с вами, как всегда, я, Андрей. Мы продолжаем серию выпусков о Кингисеппском машиностроительном заводе. И сегодня мы покажем вам производство в Назии. Именно там отливают втулки цилиндров для русского дизеля. Как это было, узнаете прямо сейчас. Ну, в компании я работаю уже больше 7 лет. Вот. Компания интересная, динамично развивающаяся. Конкретно в Назию, получается, я сюда заехал первым, то есть я нашел эту площадку и начал организовывать здесь производство. То есть мы заехали сюда чуть больше, чем полтора года назад, в мае 2019 года. Начинали мы с 3 человек, то есть нас было 3, и в дальнейшем вот в течение там нескольких дней мы набрали коллектив из 10 еще человек. Ну а за полтора года нас уже больше 320 человек, или даже 350. Ну, здесь у нас на данный момент 10 цехов только на этой площадке, а их здесь еще 2 помимо этой. Вот, у нас здесь происходит сборка компрессоров высокого давления, дизель-генераторов различного направления. Литейный цех, где мы отливаем различные запчасти и в ближайшее время устанавливаем еще более мощное оборудование для штамповки. Есть ковка, есть механическая обработка на ЧПУ станках и на обычных станках. Также есть турбокомпрессорный участок, участок гальванического покрытия, катерный участок, стенд по испытанию двигателей турбинных, таких как на самолетах, только использование наземное. Uh-huh. Вот. Ну и, соответственно, самый большой цех – это сварки, где мы делаем катера, корабли, емкости, контейнера, ну и все с этим связано. Это большой ГРС, будет использоваться для обработки остовов русского дизеля. Соответственно, у нас здесь полный цикл будет сборки, то есть резка, сварка, отпуск и обработка. То есть это для Министерства обороны, для больших судов, кораблей. Вот будут делать и двигатели в дальнейшем, большие двигатели. Сотрудники у нас различные, то есть пришли и те, кто с местного населенного пункта, и много очень приезжих. То есть для них созданы все условия, общежитие, питание. И люди приходят, мы обучаем некоторых с нуля, некоторые приходят специалисты. То есть в зависимости от потребностей производства мы постоянно набираем персонал. Ну, устроиться нам достаточно просто. Самый главный навык – это желание работать. Всему остальному мы пытаемся научить. Планируется расширение, освоение еще, как я сказал, 2 площадок, которые тут находятся поблизости. То есть площадки будет вводиться в строй вот буквально уже через 1-2 месяца, когда сделаем теплыми цеха и оборудуем необходимое, оборудование необходимое завезем в цеха. Хотели бы добавить, что требуются сотрудники. Вот это главный как бы момент, который нас в развитии немножко задерживает. Все остальное, в принципе, стараемся мы обеспечить. У нас с колледжами заключены договора, судостроительные, вот техникум, который в Кировске находится, политехнический колледж, и в Шлиссельбурге. То есть к нам сейчас уже приезжали на ознакомление перед практикой студенты, мы прошлись по цехам, это студенты судосборщики, соответственно, всем очень понравилось, и в апреле, в мае мы их ждем, они к нам приходят на практику, а в марте мы ждем с политехнического Кировского колледжа студентов, сварщиков, ЧПУшников и токарей. Скажем так, так как мы здесь только начали работать, статистики такой нету, но вот все, кто приходил, уже к нам работали после Нового года, все хотят вернуться вновь. Вот такой получился обзор производства Кингисеппского машиностроительного завода на площадке в Назии. Кстати, если это видео наберет 50 лайков, мы отправимся на площадку в Зимитисы. Поэтому не стесняйтесь ставить лайки, пишите комментарии, что вам понравилось больше всего. А я с вами прощаюсь. Всем пока!